О мой бог, ты это видел? Привет, Страж, с тобой снова канал Triple Vibe, снова немного орущий так Джонни Лейни, потому что впервые за долгое время игра начала так удивлять. Добрался я до рассказа об экзоте «Гравитоновое копье». Вот ответьте, если я пару недель назад сказал бы, что будет импульсная винтовка, лучше крыла бдительности, поверили бы? Да нет, конечно, все же только и писали о том, как круто заработала та пульса, все в горнила только с ней ходили. Но вот выходит военный разум и на тебе, крылья-то пообломали. А вот все из-за этой малышки. Баф этой импульсной винтовки Bungie демонстрировали уже давненько в одной из еженедельных статей на сайте. Они снизили отдачу, добавили помощь в прицеливании и уменьшили количество выстрелов в бёрсте с 3 до 2. Первый выстрел по-прежнему наносит малый урон, но формирует безгравитационный тоннель, через который пролетает вторая пуля, что бы это ни значило, и наносит еще больше урон. Благодаря этому каждый выстрел наносит урон, достаточный для сражений в режиме PvP, писали тогда разработчики. Но делились они кадрами того, как эта пушка работает в PvE, и там выглядело копье впечатляющим. Так что, готовясь к релизу DLC, я заведомо забрал экзот в свой инвентарь из коллекции и сюжетку проходил с ним. Итак, первое, что бросается в глаза, это теперь почти скаутка. От того, что теперь один бёрст включает в себя всего две пули вместо трех, вы чувствуете бёрст как один выстрел, так что можно относиться к гравикопью как к мощной скаутке. Ждали бафа нефритового кролика? Нафига, если у вас теперь фактически есть скаутка с огромным уроном, да еще и с максимальной стабилой. Ну то есть вот, прям в максимум выкручено. А, и конечно звук, звук слышали? Под него вообще норм такие рейвы можно теперь устраивать. Однако самым сладким перком винтовки стал космология. Убитые противники взрываются и разлетаются на такие пустотные самонаводящиеся осколки, которые напоминают похожие заряды у войдовой ульты Варлока. Благодаря этому перку вы и в PvE разносите горстку мобов, и в PvP, выйдя на пачку противников, можете разобрать их быстрее. А теперь представьте, что будет, если вы на пару с товарищами с этими экзотами в тимшот играть начнете. Это же вообще сумасшедший пустотный ураган начнется. Нет, ну вы только посмотрите. Дабл килл. Для этого и нужно. Да что она творит вообще? Минус два. А, еще двойное. Да, некоторые сложности в освоении есть. Чтобы реально круто чувствовать себя с этим оружием в PvP, вам нужно стрелять четко в голову. Права на ошибку нет. Один из трех бёрстов ушел мимо врага в ганфайте, ну, это будет скорее всего вайп. Но на то она в PvE и рабочая, играйте с ней при прохождении налетов, упражняйтесь, а потом раскидывайте врагов об горнила, как тролей. Отдельным плюсом отмечу то, что в отличие от крыла бдительности, эта пульса ставится во второй слот, а значит свою любимую антиопу или атланту в первый слот вам теперь ничто взять не помешает. В общем, идея с ребалансом экзотов подарила этой пульсе второе дыхание. Не знаю, может игра со временем подкинет нам еще круче вариант, но пока что эта винтовка плотно осела в моем арсенале, присмотритесь. А на этом все, спасибо за просмотр, не забудь подписаться на канал, посмотреть предыдущие ролики о получении спящего симулянта, поставить лайк и вообще будь на связи, чтобы быть в курсе всех новостей о Destiny. Пока!